привіт. Ми знаходимося на стенді компанії BeEar. І зараз ми познайомимося з цією компанією і з її представником. Привіт, я Олексій. Привіт, Андрій. Андрій, вітаю. Андрій, розкажи, будь ласка, про себе. Що це таке? От я бачу, у тебе тут такі цікаві картинки на моніторі. Я так розумію, що це щось зв'язано з бінауральним слухом і всіми іншими такими цікавими історіями. Все вірно, Олексій. Проблема какая? Есть технология записи 3D-звука, которая почему-то до сих пор не вышла в массы. То есть если вы в YouTube ведете 3D-звук, 3D-саунд, 3D-аудио, binaural audio, holophonic, ASMR и еще куча названий, вам выйдут ролики. Обычно это спичечная коробка или виртуальная парикмахерская. Если вы оденете наушники, начнете слушать, вы услышите звуки, которые почему-то находятся сзади вас. Звуки, которые стоят над вами, звуки, которые находятся на расстоянии, причем это сильно явно слышно, что он где-то вот не там где-то, а вот тут вот. Если закрыть глаза, можно будто бы представить, что он здесь находится. Это так называемое реальное, правильное 3D-аудио. Почему его здесь до сих пор нету везде? Почему мы находимся в мире, в котором еще нету? Этот вопрос меня тоже очень беспокоит. Я его изучил. Проблема оказывается очень простая, как всегда. Система записи, которая есть на рынке, они не дешевые. $7400 может позволить себе хорошая студия, но никак не энтузиаст, который ему интересно это. Есть аналоги, спадающие, но все равно это как-то не очень удобно. Да? Например, вот такая вот интересная синяя игрушка от Акинока. Но она на самом деле как-то... Но если я выйду сейчас снимать с такой штукой, будут смеяться, мне кажется, половина людей. Какой выход есть? Можно использовать не искусственную голову с ее ушами, а свои уши. То есть весь ключ и разгадка этого 3D-звука – это уши. Находящиеся в ушах микрофоны ловят звук точно так же, как и вы. То есть, как и мы все вместе. Они понимают расстояние и также понимают локализацию, откуда звук приходит, сзади, сверху. Это все из-за того, что у нас есть определенная форма ушей, и наш мозг понимает, в чем, как бы, где этот звук за счет вот этих ушей. Если мы вставим микрофоны себе в уши, начнем записывать, мы будем записывать этот 3D-звук. Но, чтобы вставить микрофоны, их нужно иметь, во-первых, вот такие специальные. Они тоже, как оказалось, не очень дешевые. Плюс нужно иметь рекордер, плюс нужно иметь много, или понимание хотя бы, как все смонтировать, видео с аудио. А так как мы все делаем очень быстро и просто, нажимаем видео, то нам нужно какую-то универсальную вещь, которая будет, просто это делать. И я придумал, что можно использовать такую себе гарнитуру, которая будет подключаться по Bluetooth, которая будет снимать видео и автоматически писать это 3D-аудио. Вот. В таком формате, как бы, которым мы можем ее услышать. Я давал аудиозаписи, чтобы все услышали этот вот звук, может быть, его туда в конце включат, чтобы понятно было, о чем вообще речь. Самое интересное в том, что эта вещь сейчас набирает обороты в какой-то странной форме. Так называемые ASMR-записи. Вот если подойти, показать, вы можете. Это девушка, возле которой находится вот такая же вот гарнитура 3D-о. И она читает что-то там, записывает нежным голосом. На секундочку 6 миллионов просмотров. То есть это вещь, которая цепляет, и цепляет настолько, что люди ее смотрят регулярно для успокоения, для еще чего-то. То есть здесь как-то вот этот вот бинауральный звук, он проявил то, что можно действовать на психологию. То есть можно действительно больше дать, чем просто понимание речи или звуки какие-то. То есть что-то еще больше. Тобто ми наблизилися вже до такого найбільш природнього відтворення звуку. Тобто, якщо раніше у нас було, були монітори, у нас було два, як правило, або хай-фай, наприклад, система. У нас два виміри, тобто це ліво-право і, вгору-вниз. Гарні студійні монітори дозволяють нам відчути глибину сцени, те, що називається. А зараз ми можемо почути звук навколо нас, тобто навіть це
не 5-1, а навіть 3D повний. І от я, до речі, я сам особисто слухав от на таких звичайних навушниках це все. І ну не скажу, що я там був дуже вражений, але це дуже такий серйозний ефект для непідготованого слухача. Це дуже серйозний цікавий ефект. Досягається це тому, що ми, в принципі, живемо і сприймаємо будь-яке джерело звуку двома такими прийомниками, можна сказати. І є ще відстань між вухами. Є там, ну, там не будемо вдаватися в акустику, бо ми з Андрієм, як виявилося, можна сказати, однокашники. Трошки там закінчували хтось раніше, хтось пізніше кафедру акустики нашого славного університету КПІ. Але от, в принципі, це відбувається завдяки цьому. Ну, взагалі, система дуже цікава. Вона особисто ну, на мене справила своє враження. Вона мене зацікавила. Скажи, будь ласка, що ти от запропонував? Я так розумію, що ти сидів над цим питанням далеко не один рік. І що у тебе от в результаті вийшло? Ну, в результаті зараз робиться прототип, который должен просто быть, как минимум, чтобы я его сейчас вот показал, смотрите, вот он. И все уперлось в какие-то не совсем сразу явные вещи, как, ну, вроде бы все просто, а оказалось, как всегда, непросто. Вот. Но проблема как бы обещает решиться в скором времени, и я выпущу сам продукт, который я хочу просто раздать людям, которые как бы могут повлиять на будущее этого формата. Например, любой такой, ну, уважаемый композитор-музыкант, который поймет как бы фишку и поставит на этом акцент в своем творчестве, может раскрутить ее очень быстро, прям, ну, очень быстро. Но сейчас в данном варианте просто я могу использовать саму технологию, так как ее вообще никто не использует в маркетинге. То есть снять ролик про 3D-аудио с 3D-аудио. Когда люди просто послушают 3D-аудио по-настоящему, послушают его, вот оно здесь снято, и здесь оно... То есть оно не то, что там где-то кто-то поснимал, а вот оно здесь и сейчас. И услышат и поймут вот эту вот реакцию, да, возможную. То есть, уже не только можно записывать, можно еще и транслировать, можно, как вы, да, сейчас, можно еще и общаться с людьми, то есть обычный разговор по скайпу с вот таким вот форматом звука уже будет, ну, чем-то особенным и впечатляющим. Как бы вот цель просто показать людям, где и поспрашивать их также, что они думают по этому поводу. То есть вот сейчас я набираю как бы фидбэк. После этого будет надеюсь, будет готовый, правильный, красивый, с дизайном прототип, который будет, ну, как минимум, снят в реализации в своей не 3D-модель, не какие-то картинки, а вот реальное применение его в жизни. И тогда, когда люди увидят, что вот оно есть, оно работает, и стоит оно так, что его можно позволить себе купить, они начнут это использовать, рекламировать, шерить, так далее, так далее. Как бы, но так как технология немногим понятна, даже профессионалам, как оказалось, то есть они говорят, что так а что тут, фазу покрутил, дилей добавил, там, ну и все. Трошечки эквализации. Да, трошечки эквализации, подрезал высоких, ну и сзади звук уже. Да, но нет, потому что натуральность, это как синтезированная гитара. Ну нет, сорин, нет. Да, я розумію, про що ти кажеш, Андрій, насправді. Ну, що ж, я можу побажати тобі наснаги у втіленні такого цікавого проєкту, бо це дійсно цікавий проєкт. Я, насправді, вперше взагалі про це почув і дізнався. Тим паче, це наш проєкт. Тобто людина, яка живе і творить в Україні, зробила такий цікавий проєкт. Бажаю тобі творчої наснаги. Бажаю тобі, щоб оцей твій прототип і моменти з ними найшвидше якось вирішилися. Ну і якщо тобі потрібна якась допомога, моя, наприклад, особиста, я готовий сприяти цьому проєкту, бо це дійсно цікава історія, яку можна просувати далі і робити наше життя більш цікавим і більш емоційно насиченим. Дякую ще раз Андрію. Запам'ятайте дуже уважно цього хлопчину і взагалі про що це був ціла розмова. Я думаю, що це майбутнє. І, ну, дай Боже, як то кажуть, щоб воно втілилося в життя.